18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. В нем приняли активное участие и жители Абхазии, имеющие российское гражданство. Выборы президента Российской Федерации на территории Гагарского района проходили по 4 избирательным участкам. Жители Центрипской зоны проголосовали в здании Центрипской средней школы номер 1. В Гагаре избирательный участок был открыт в доме отдыха «Мидель». Избирательный участок номер 8002 начал свою работу в 8 утра. Вот. По состоянию на 11 часов проголосовало 700 человек. Наплыв стабильный. Вот. Самое главное, хочется сказать, что наш приоритет – это честные, транспарентные, прозрачные выборы. В здании администрации поселка Бзыпта также работал избирательный участок. Жители города Пицунда, близлежащие села и микрорайоны проголосовали в городском доме культуры. В 8 часов все избирательные участки открыли свои двери и стали принимать первых голосующих. Очень активное голосование в сравнении с предыдущей кампанией, думские выборы, когда у нас проходили в сентябре 2016 года. Сейчас гораздо активнее, по моим ощущениям, проходит голосование. Народ практически не безостановочно идет. В очереди огромное. Руководство Гагарского района совместно с главами города Пицунда, сел и поселков района создали все условия для избирателей. В этот день общественный транспорт осуществлял рейсы как по графику, так и по заказу. За общественным порядком следили силовые структуры. Еще за месяц избирательные участки и их территории были приведены в надлежащий порядок. Жители Абхазии активно шли на голосование, ведь все мы понимаем, что от выборов президента Российской Федерации и от выбранного политического пути зависит наша безопасность и экономическое развитие. Голосование было завершено в 20 часов.